Пойдут они обратно в зерновую сделку, которая на 2 месяца, вы знаете, заключается, а Эрдоган оставит на 2 годах. Или не пойдут. Причем все это на фоне, кстати, я замечу, происходит того, что Эрдоган сделал те заявления во время визита Зеленского, которые он сделал, и касающиеся территориальной целостности государственного суверенитета Украины, и поддержки членства в НАТО, и строительство завода Байрактаров на территории Украины, и передача гаубиц. Вот все это является фоном того, что были отданы вот эти старшие офицеры Азова Зеленскому, который прибыл с визитом. Так вот, я вам хочу, так сказать, отнесите, как я говорю, мои слова в банк и положите под депозит, что они вернутся в эту зерновую сделку. Представляете? Казалось бы, но они же должны сейчас возмутиться. Нам, значит, нарушили обязательства, передали азовцев Зеленскому, те триумфально вернулись обратно на родину и с высокой степенью вероятности вернутся на поле боя, как я подозреваю, и будут воевать. Вот, ну, 5 человек, не 5 человек, но все равно эти люди являются образцом мужества, так сказать, заслуженными людьми, державшими оборону Азовстали и так далее. Ну, все понятно про них, там и так все знают. Но они обязательно вернутся и будут воевать. Может быть, они численно не сделают погоды, но как символ, стойкости, это, безусловно, очень вдохновляет и бойцов, и солдат, не только из Азова, но и других. И вот я вам хочу сказать, что именно таким образом и надо действовать с РФ. Я к этому пришел не просто как юрист, там, кандидат юридических наук, я рассуждаю как политик, конечно же, в первую очередь. Казалось бы, для такого, как я, человек, который должен уважать право, а я уважаю право, нужно рассуждать иначе. Нужно все время говорить о необходимости, принуждении, соблюдении права как важного условия. Знаете, как часто чистоплюи говорят, пусть Москва вот так себя ведет, но все другие не должны давать обратного примера. Наоборот, партнеры или там контрверсивные партнеры, там противники даже Москвы должны наоборот, не в пример Москве, соблюдать эти нормы международного права. Показать пример правильного отношения к взятым на себя обязательствам, там, нормам и так далее. Соблюдение этих норм международного права и так далее. А я вам говорю нет. А я отвечаю вам нет. Ну да, в этом политическом начале больше, нежели моего представление о праве как таковом, да, как юриста. А я считаю, что не надо соблюдать, обманывать, хитрить, изворачиваться, подставлять. Делать так, чтобы все было только хуже. Понимаете? И из этого хуже возникнут возможности, которые, будь то Украина и вообще цивилизованный мир, сможет использовать для того, чтобы исправиться с войной, исправиться с режимом этим людоедским Путина и так далее. А раз за разом эти примеры, посмотрите, как они демпингуют Москву. Ведь это же тоже происходит на фоне событий 24 июня, как только завершившихся Пригожиным всем этим набором. А вдруг все осознали, что Путин не так силен, как кажется. И раз за разом эти действия, они будут показывать его слабость. Что с ним так можно, его можно швырнуть, понимаете? И все эти бандитские понятия, к которым раз за разом апеллируют наблюдатели, эксперты, они как раз-таки и работают, когда в одну сторону. Когда один лох, а другой хитрожопый, понимаете? Путин себя лохом-то чувствовать не хочет. Он все время исходит из позиции хитрожопого, понимаете? А жизнь, она все время меняет. Местами вот эту доску поворачивает. И вдруг ты то лох, то да, иногда везет, будешь хитрожопым. Киевскому руководству, я думаю, оно и без меня это знает. Того, что я банально эти вещи говорю, мало что меняется, потому что они там знают, что делать. Но, в принципе, для понимания, что разговаривать с Москвой на уровне, а вы соблюдаете Минские соглашения, как помните, вот это, под эту шарманку 8 лет, или еще что-нибудь, ничего не надо соблюдать. Заключили, швырнули. Вы помните, как Москва реагировала? Ой, нам рассказали, что, оказывается, Минские соглашения были притворные. Они нужны были для того, чтобы выиграть время. Для того, чтобы подготовить украинскую армию, вооружить ее, милитаризовать страну и так далее, и так далее, и так далее. А мы-то вот честные, хорошие и правильные. Хорошие вы, правильные. В основе ваших действий изначально, как источник, стояло нарушение всего возможного, что предполагалось под этим международным правом, обязательствами, соблюдением, уважением государственного суверенитета соседней страны, уважением права народов на самостоятельную жизнь, на самоопределение в союзах. Ведь вы посмотрите, что происходит.
серьезно обсуждается компромисс, при котором Украина должна быть ограничена в выборе форм своей безопасности. Она, видите ли, не должна вступать в НАТО. Нельзя, говорит Москва, добиваться, осуществлять свою безопасность за счет безопасности других. Это, знаете, у них расхожая формула. И поэтому в НАТО Украина не должна вступать. Мы живем в 21 веке. Страны вправе выбирать союзников, союзы, союзы безопасности. Обеспечить безопасность, как им это видится, в их и национальных интересах. Никакая страна не может указывать, кому где быть. Слушайте, Вашингтон не указывает Кубе, который уже там, почитай, с 50-х годов является промосковским режимом. Ну, сейчас это просто тоталитарная система. Ее в меньшей степени можно назвать промосковским режимом. И что-то как-то, в общем, знаете, состоит где хочет и как хочет действует. Не говоря уже о подбрюшье латиноамериканском. Там таких стран вагон и маленькая тележка. Почему Россия должна, путинская, я прежде всего говорю Россия, потому что если это была нормальная Россия, ну, мы ее не видели, но может она такая еще возникнет, которая будет совершенно обратная тому, что из себя представляет нынешняя Россия путинская. Так почему она должна указывать каким-то союзникам, бывшим странам СССР, соседним народам и так далее, где им, как и быть. Вступать им в Евросоюз, не вступать им в Евросоюз. Вступать в НАТО, не вступать. Звучит банально. Риторика банальна. Ничего здесь нового я не скажу. Но она настолько уже внушена объектом этого воздействия, ну там, странам, соседним и так далее, что люди уже зациклены на этом. И посмотрите, Финляндия только сейчас сподобилась с началом войны вступить в НАТО. Казалось бы. Почему же ей раньше было этого не сделать? А вот так вот хотела Москва. Вот эта вот финляндизация после войны с Финляндией еще при Сталине, она привела к созданию особой системы отношений со странами, входившими когда-то еще в Российскую империю. Что им можно, что нельзя. Время это навсегда ушло. Можно и нельзя больше ни слова, которые адресуются любыми региональными гегемонами, не говоря уже о мировых, по отношению к сателлитам. Понимаете? Нет этого больше ничего. Потому что единственным фактором сдержания является ядерное оружие, которое сама Москва спровоцировала его распространение. Поэтому как раз-таки можно говорить все. Говорить, да-да-да, никакой НАТО, ничего. А делать все наоборот. А делать все наоборот. Вступать в НАТО, вооружаться, обеспечивать будущее свое в европейском сообществе, да, в Европейском Союзе. Вступать и интегрироваться в союзы и организации, которые являются врагами Москвы. Все делать наоборот, все и всегда. И тогда при максимизации результата можно будет получить, пусть относительный, но успех. Нельзя добиться всего, но даже на этом пути, добившись относительного какого-то результата, это уже будет невероятным центробежным успехом. Как можно дальше отбежать вот от этой путинской России?